Последнее воскресенье июля в 2013 году ознаменовалось великим праздником для всех, кто в той или иной мере связан с морской стихией – День военно-морского флота России. Особенно ярко этот праздник отмечают военные запасы, отставники и ветераны войск ВМФ разных континентов нашей необъятной Родины. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как отмечался День военно-морского флота в Переславском районе в этом году. Хотелось бы всем пожелать хорошего праздника, прекрасной погоды, веселья, радости. Ну, а тем, кто стоит на рубежах нашей Родины, спокойного, тихого моря, океана. Праздник начался с торжественного построения участников, доклада адмиралу и торжественного поднятия Андреевского флага. Товарищ адмирал, флотилия, офицеров, адмиралов, старшин, моряков, вознаменование Дня военно-морского флота построено. Начальник парада, капитан второго ранга Самоков. Благодарю за службу и хороший ответ. Ура! 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 На флаг! Смирно! Тихоокеанцев здесь большинство, северян чуть поменьше. И чувствую вообще отношение вашего города, ваших людей к этому празднику. Очень такое и праздничное, и приподнятое. Спасибо им. Я чувствую огромный подъем, радость. Старший или младший? В том, что так хорошо Переславле залезло. Отмечает День военно-морского флота. После чего на стартовую линию выстроились участники заплыва соревнования деревянных лодок. Лодки традиционные для Плещеева озера, деревянные, от 6 до 9 метров. И определенная дистанция выбрана. В этом году главный приз у нас для участников электромотора. Конечно же, вручение главного приза победителю этого заплыва. Тяжело. Долгий опыт и трудов. Гребли. Приятно. Неожиданно, но приятно. И, наконец, одно из главных долгожданных и красочных событий этого праздника. Парад кораблей. Шествие судов по маршруту устья реки Трубеж, Городище, Ботик Петра Первого и снова Городище. Одно из главных событий этого праздника – знаменитый парад судов на озере Плещеево, город Переславль-Залесский. Это та самая колыбель русского военного морского флота. В параде кораблей приняли участие несколько десятков судов. Разрезая водную гладь легендарного озера Плещеево, участники парада делились друг с другом хорошим настроением. И только залпы корабельных пушек доносили до каждого берега озера, что Переславль отмечает День военно-морского флота. По завершению маршрута флотилия подошла к селу Городище, и торжественная часть продолжилась уже на северо-восточном берегу Плещеева озера. Торжественные поздравления и пожелания официальных лиц в адрес бойцов, пронесших годы службы на флоте, и поднятие Андреевского флага. Здесь все, кто предан военно-морскому флоту, как братья, и лишний раз не нужно лишних слов, чтобы описать свою любовь к российскому флоту. И уже в продолжении программы веселье продолжилось на сцене с участием приглашенных гостей, звезд эстрады и танцевальных коллективов для поднятия праздничного настроения у всех присутствующих на берегу озера. Группа «Синематрек», «Паскаль», «Андрей Рубежок» и еще много-много интересных исполнителей. Одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просит. Вечер закончился красочным праздничным салютом во знаменовании праздника во славу одной из величайших сил непобедимой российской армии – военно-морского флота Российской Федерации. Мы поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, и желаем всем мирного неба над головой.